Салют, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это «Звездные войны. Старая Республика. Дополнение. Тени Ривана. Компания Рыцаря Джедая». Мы продолжаем. Ну что, нам необходимо уничтожить военные корабли, отключить их, так сказать, донести сообщение до Сатиль Шан и Дарт Мара, что они идут в ловушку, так сказать, сами себя. Вот-вот перебьют, нам надо это, естественно, остановить. Ну что, давайте отправимся. И попутно, естественно, попытаемся спасти Террена Шана, который находится у нас в заложниках у реванитов. Ладно. Ну, этих ребят трогать не будем. А этих будем стараться объезжать стороной, ибо не хочется тратить на них время. И... так сказать, лишние движения делать. Аккуратненько проедем, причем вот так вот, несколько нестандартно. Ух ты, ё-моё. Какие-то попугаи тут обитают. Да. Именно так, этих тварей я уже вроде где-то видел. Горлиск, что ли, или как? Не-не, как, господи, горлиск. Откуда я это вообще название взял? Откуда ты такое название взял? Горлиск. Где-то я это слышал. Такс, и такая заиграла музыка такая, знаете ли, типа, приближаемся к логову злодеев, надо быть наготове. Ладно, ну что, давайте приступим к истреблению, так сказать, вражеских сил, глядишь, за это еще нам какую-нибудь награду дадут, мало ли. Опа-на! Уничтожить гидрогенераторы. Так. Я, главное, в кого-то попасть так умудрился. Правда, так и не понял, в кого. Куда-то запулил меч. Причем в сторону дроида вроде как. Так. Опа-на. А что-то команда, смотрите, да? Мешкал, не знал, что делать. И сдох, собственно. Ладно, коль такая ситуация, тогда давайте будем двигаться по главной тропе. Зачистим все это дело. О, ребята, здорово. Так тебе. Во. Давай. Ой, хорошо. Что за звуки? Дроид, ты что, тревогу что ли включил? Слушайте, а неплохо, да? Я этого прям отбросил. Подлетел, отбросил. Мог, в принципе, еще раз прыгнуть. У меня же ведь откат идет после этого. А я еще и могу пинчару засадить два раза подряд. Но это будет наиболее, так сказать... уместно против какого-нибудь босса. Ага, вот они, гидрогенераторы. Финальный саботаж, кстати, дополнительное задание у нас называется. Ну, коль так, давайте... На, ничего себе я! Вот это да! Стреляй! Ага, отражаем выстрел. Смотрите, они сами друг друга валят. Мне нравится эта способность. Реально прям как в кино выглядит. Просто беру и отражаю. Угу. Ну, она как бы откатится, я могу еще раз это дело долбануть. Ну, что-то мне как бы не хочется на одном и том же месте стоять. Давайте-ка вот сюда. О, зелот какой-то. Реванит. С двумя мечами. Ну, ты че? Смотрите, синий и красный, да? Прямо олицетворение, так сказать. Двух сторон силы. Ну-кась. Опа-на. Все. Не можешь совладать с одним мечом, не бери второй в руки. Тем более такая тактика 50 на 50. Ага. А я смогу здесь обойти? Да вроде как должен. Исследовали еще новое место. Замечательно. О, здорово, ребята! Так тебе! Стреляй! Ух ты какой, а, офицер, смотрите, блочит. У него щит, смотрите, какой здравый. Шабалдеть. Он ему, правда, не помог ни хрена. Ну-ка, опа-на. Слушайте, нет, ну, конечно, круто делает наш главный герой, прям так меч кидает. То силу использует, то еще что-нибудь. Так, а я смогу-ка... попробуем. Опа-на, да, получилось! Ах, хорошо! Обожаю, когда такие приемы удаются. Выглядит, потому что это очень здорово. На.
Блин, что это за смех, вы слышали, да? Эти, что ли, опять, как их, макаки местные, так сказать, угорают там, да, по поводу и без повода. Во, так, один, короче, раздолбали. И что-то прям такое чувство, как будто я могу еще раз долбануть. Но, видимо, нифига. О, так. Давай. Ух ты. Ну, давай тогда так. Текс. На тебе. Ой, хорошо. Что-то он прям как-то так это... Руки как будто заклинило, мечами туда-сюда водит, а толку ноль. Да, ну куда им до героя Тайтана? Кстати, кто не в курсе, наши главные герои, они как бы тут безымянные. В принципе. Имена может игрок им дать. Но у них у всех одни и те же прозвища, которые они получают. В данном случае мы играем за рыцаря-джедая и героя Тайтана. Но это так, для тех, кто не в курсе. Уа! Это что это было такое? У ребят такой боевой клич, что ли? Этим как бы врагов пугать собираетесь? Все. Ага, так, вот еще один корабль. Давайте его уничтожим. Давай. Давай уничтожай. Опа-на. Все. Главное, вырубил, вроде как нормально, да? А тот почему-то запулил световой меч, и нихрена. Как-то это все странновато. Очень странновато. Вот не хочется мне их пропускать. Давайте-ка накажем их. Ну-ка. Да куда ты что-то пристал ко мне? Слушай, отвали от меня, а? Опа-на! С ноги нате, вот так вот. И раз. Черт. Ну ладно. Готов. А где дроиды все это время носит-то? Это что это такое? А, дроид, ты что, контрольный выстрел, так сказать, сделал во все конечности? Да, да у нас в отряде, я вижу, кровожадный убийца затесался, так сказать, боевой тостер. Там вон и другие игроки бегают. А, тут у нас есть дополнительные задания, но брать мы их не будем, так как мы сконцентрировались на основной сюжетной линии. Ее и будем придерживаться. И вот у нас последний корабль. Слушайте, даже хорошо, что тут кто-то пробежал и вполне возможно как бы расчистил для нас путь. Очень может быть. Так. Так. Опа-на. И еще раз с ноги могу дать. То есть после прыжка у меня откатывается... Удар ногами, так сказать. Давай-ка. Ну, ладно. И так пойдет. Угу. Ну, все. Давай-ка. Молодец. Так, найди-ка терминал коммуникационный и активируй его. Я постараюсь взломать как бы это дело. Ну вот, теперь нам надо назад идти. Используем наш джетпак, чтобы ускорить это дело. Ладно, сейчас получим доступ к коммуникационному терминалу. И как бы должны выяснить... Вообще, кстати, еще где находится Террент-то? Где-то здесь ведь должен быть. Как бы тот самый завод там, фабрика, все дела. Смотрите, да, корабль какой. Что-что, но, конечно, игра красивая. Знаете ли, прям порой просто хочется взять корабль и как отправиться, знаете ли, просто летать, кататься, смотреть, что тут интересного, какие приключения еще есть. А тут еще столько этих заданий дополнительных, просто с ума сойти можно. В общем, без дела, как говорится, не останешься и со скукоты не подохнешь. Ну что, получим доступ. Давай. И вот. Игрушка Террена делает взлом проще, чем я думала. Нашла какие-нибудь данные о его расположении? Давай посмотрим. И вот. Записи сеанса допроса. Координаты включены, я перешлю их. Что насчет Ревана? Нет никакой информации. Советую быть осторожнее. Ладно. Ну пойдемте освободим Террена Шана.
Вот она, как бы, эта зона. Вот эти вот зоны, это вообще прямо, знаете ли... Я не знаю, конечно, есть ли в других онлайн-играх подобное, но здесь это прямо что-то с чем-то. Очень здорово позволяет почувствовать, что ты как бы герой своей истории. И это просто замечательно. Тут реально классно сочетается онлайн-часть и как бы, если так можно выразиться, здесь синглплеер-часть. Прям вообще гармонично. Так. Давай. Во! Все. Давай. Ах ты, блин, у меня не откатилось. Ну ладно. Давай, все, замочили. Еще и во, проклятие реванитов мне дали достижение. Здорово. Текс. Опаньки. Не! Блин, я горю весь. Горю, и этот меня лечит еще. Давай. Опа-на. Ага. Опа-на. Все. Он не успел выстрелить. Давай. Опа-на. Стреляйте. Я вон отражаю. Смотрите, выстрелы, да? Вы гляньте, отражаю прямо. Обалдеть. Это ж так здорово, на самом деле. Мелочи приятно. Вот эта вот система отражения выстрелов, это просто здорово. Так. По крайней мере, в режиме истории это выглядит очень бодренько. Ух. Какой-то командор там. Ну-ка. Ага. Ты достаточно вмешивался. Командир Джеон Тила... Тело-лочь какой-то. Ох ты, да ты чё? Нет, слушайте, он, слушайте, вообще прям с ума сходит. Так тебе. Опа-на. Ты никогда не остановишься, Ревана. Посмотрим. С тобой покончено. Так. Ага, я опять. Слушайте, его чё-то за... Чё-то он прям это, заклинило его. Ага, планы что-то там того говорит. И сдох. Ладненько. Ну, давайте освободим. Еще одна бессмысленная атака. Где Террен? У меня с ним интересный разговор. Моя плоть и кровь полностью слепа к жертве, которую я принес. Я века сражался, чтобы сохранить галактику ради защиты будущих поколений от самого разрушительного зла за всю историю. Как вы этого не видите? А, можно ответить, какое зло? И либо сказать меньше разговоров и больше Террена о нем, как бы. Либо третий вариант, ты безумец. Но я как бы читал вот этот вот рассказ про Ревана, про его заключение, как он императора пытался убить. События, в общем, после игры «Рыцари Старой Республики» первой и второй части. Была книжка интересная. Но поскольку наш главный герой не знает, поэтому давайте спросим, какое зло, что за зло? Ты имеешь в виду императора, не так ли? Он мертв. Я лично сразил его. Что ж, я слышал. Ты тут. Давай, нам нужно идти. Сейчас. Террен? Сбежал от самого себя? Я надеялся, что у меня будет больше времени показать тебе. У него глушитель сигнала, блокирующий все сообщения звездолета в системе Риши. Флоты выйдут из гиперпространства друг на друга, без координации, саботажник в каждой команде. Это будет бойня. И, наконец, доска будет очищена от помех. Сигнал самоуничтожения. Давай, нам нужно уходить. Берегись! Черт! Охранный дроид! Такс... Все, сваливаем от... А, блин, а. Еще.
Давай. Понеслась, и тема заиграла классная. Давай. Опа-на! Напролом! Обалдеть, дроид против дроида дерется. Да, кстати, кому интересно, можете, в принципе, найти в интернете эту книгу и почитать. Я прям вообще, знаете ли, оторваться не мог. Довольно-таки это интересно, на самом деле. Хотя вопрос в том, является ли она каноном. Ну, для кого-то да, для кого-то нет. Но там, по крайней мере, рассказывается о персонажах, которые были в «Рыцаре Старой Республики» первой и второй части, и что с ними стало после. И некоторые события, ну, заставят проронить слезу, я вам скажу. Давай. Тема интересная, это прохождение. Оно, кстати, как связано же. По крайней мере, здесь все. И уж это всяко лучше, чем то, что снимают в последнее время. По крайней мере, на данный момент выпуска видео. Так, ну-кась. Опа-на. Хотя еще неизвестно, может быть, там как-нибудь нормально все пойдет дальше. Но то, что взяли, они отменили канон, весь это дело там, да, замутили, это вообще как бы не есть хорошо, но для настоящих, так сказать, фанатов каноном остается то, что когда-то было, наверное, каноном, да, в разделе легенды теперь. Ну что, отключим все это дело. Привет. Все в порядке? Лана, ты отключила самоуничтожение? Я начинаю осваивать эти взломы. Ах, я создал монстра. Вы должны быстрее вернуться. Республиканский имперский флот скоро прибудут. Я вернусь немедленно. Я встречу вас там. Нужно взять некоторые вещи по пути. Да, и вернуться в деревню Риши, чтобы обсудить дальнейшие действия. Ой, какая заиграла тема, ё-моё. Вот только даже ради этого, знаете ли, стоит играть вот в эту игру. Это прямо... Уф, просто что-то с чем-то. Угу. Ну, в принципе, тут и так выход как бы один, все ясно. Поэтому можно как бы по этому делу не ориентироваться. Вопрос в другом. Там нам удастся как-нибудь проскочить мимо врагов, чтобы они нас не сцапали. Т-7-01. С нами наш верный союзник. Эх, у меня что-то такое чувство, что когда-нибудь и эти герои, вполне возможно, станут легендами, если так можно выразиться. И когда-нибудь, наверное, тоже выйдет какая-нибудь онлайн-игра. А может быть, и это будет продолжение, я не знаю. И про них тоже будут, так сказать, истории слагать. Вот, были такие герои, да, там... Дарт Нокс, Гнев Императора, Десантник Метеор, Герой Тайтана. Ух ты, ё-моё, да? Вот это будет, конечно, интересно. Такс. Но пока мы, так сказать... Находимся в этой истории в данный момент непосредственно и пытаемся сделать все как надо. Так, ну, в принципе, практически как бы все, выбрались. Тут вроде как бы не должно быть. Аккуратно. Все. Ну, тут дальше вот поперли эти вот ребята. Неагрессивные. От этих динозавров как бы можно убежать, так эти петухи атаковать не будут. Ну и слава богу. Нам лишний проблем ничего нет. Вы гляньте, а повсюду эти реваниты, а повсюду. Лихо тогда этот реван всех собрал. Но он как бы обладал способностью вести за собой людей. Очень колоритная личность. Способность за собой повести очень много. Да, он там столько разных дел свершил.
Можно сказать, столько всего заварил, что это эхом отдавалось даже, вот так сказать, в событиях фильмов, наверное. Как бы в событиях настоящего, если так можно выразиться. Да и после тоже, наверное, нехилый он такой след оставил в истории. Вспомнить хотя бы правило двух. Так. Ну вот, добрались. Ну посмотрим, что он скажет. Так. Атака с воздуха бессмысленна. Противовоздушная оборона слишком сильна. Пытки повредили тебе мозг? Могучий Джакар не боится пары пушек. Я боюсь. Считается? У нас есть другие варианты. Я считаю, что наземная атака — наш единственный шанс добраться до глушителя. Предоставь это мне. Превосходно. Мы организуем тебе транспорт. Ты должен двигаться быстро. Флоты могут появиться тут в любую секунду. Чем больше мы тянем, тем больше потеряем. Ты можешь на меня положиться. Ты в порядке? Так. Или как долго Империя будет терять больше? Либо потеряет больше. Ну-ка, давайте спорим, ты в порядке? Выглядишь нехорошо, Террен. Может, тебе побыть в резервуаре Скольта вместо миссии? Возможно, но нет времени. Мне нужно закончить последний взлом данных клинков Нова. У них есть данные на каждый корабль со шпионом Ревонитов на борту. Как только разберемся с глушилкой, мы всем сообщим, чтобы прекратили огонь и поискали у себя шпионов Ревонитов. И еще кое-что, пока Лана ушла. Береги себя. Я начинаю думать, что мой маленький визит к Ревонитам, возможно, ее идея. Думаешь, она работает с Ревонитами? Нет, но я не думаю, что она выложила все свои карты на стол. Просто будь настороже, хорошо? Можно сказать, хорошо буду. Либо не прячься в тенях, как бы, не прыгай в эти тени. Или сказать, я никогда не доверял ей. Ну, давайте первый вариант. Я не буду терять бдительность. Хорошо, ладно, хватит этих обсуждений. Иди и займись этой глушилкой. Угу. И штаны мне вручили. Обалдеть. Награды здесь, конечно, просто сумасшедшие. Но неплохо так. Можно будет продать вон, и что-нибудь купить на рынке, какой-нибудь, не знаю, легендарный лут. Если, конечно, денег хватит. Дорогущая все, зараза, просто с ума сойти. Но это все будет потом. А на данный момент, друзья, я думаю, давайте здесь мы закончим и продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Надеюсь, вам понравилось перевод и озвучка. Ссылка на плейлист, группу ВК, Facebook, Twitter, а также на другие прохождения по данной видеоигре за других персонажей снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам, крепкого здоровья и приятного настроения. Всем пока!